доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Внимание! 1 декабря 2021 года срок уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2020 год. Выгруженные в личный кабинет налоговые уведомления не дублируются почтовым отправлением. В случае неполучения уведомления вам следует обратиться в любой налоговый орган. Просьба оплатить налоги своевременно. Купят баян, аккордеон. Предложения ждут по телефону 26 42 91. Предприятию «Комсервис» требуются сезонные сотрудники на период с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года. А именно, водители грузового автомобиля, тракторист, машинисты гидроподъемника, автогрейдера, экскаватора, водитель погрузчика, а также на постоянную должность бухгалтер материального стола. Официальное трудоустройство, соцпакет. Обращаться в Оренбурге по адресу улица Терешковой, 154, телефон 61-52-21. Требуются на КРС вахта в Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Машинист ППДУ, машинист бульдозера, питание, проживание. Звонить по телефонам 8 982 581 20 45, 8 932 442 47 или 8 999 256 06 35. ТСН по улице Томилинской, 249, требуется дворник. Звонить по телефону 679-677. На автомойку требуются автомойщики и автомойщицы. Телефон 8 922 533 48 67. В городе Орске требуются лицензированные охранники. Телефон 8 903 398 0105. В организацию требуется юрист. Звонить 8 987 882 63 64. В рыбный цех требуется комплектовщик заказов, кладовщик. Телефон 96 30 45. Предприятию «Кушкульские теплицы» требуются сотрудники. Сдельная оплата труда от 20 до 45 тысяч рублей. Обращаться в Оренбурге по адресу Шарлыкское шоссе, 30А, телефон 38-77-22. Требуются лицензированные охранники в коттедж. Телефон 23-28-44. Строительной компании требуются на постоянную работу автокрановщик, бетонщики, монтажники металлоконструкций, подсобные рабочие. Телефоны 75 56 59 или 24 38 15. Требуются рабочие, механизатор, водитель категории БЦ. Телефон 8 922 826 1604. На работу район Сулак требуется электрогазосварщик, слесарь металлоконструкций. Телефон 8 800 444 22 85. Срочно требуются шиномонтажники и оператор-кассир. Оплата достойная. Телефон 22 82 48. В грузовой автосервис требуется моторист, автослесарь. Телефон 8 922 625 22 77. Строительной компании на постоянную работу требуется инженер ПТО, главный энергетик, геодезист. Звонить 75 56 59 или 24 38 15. Требуются охранники в город Оренбург и на вахту. Телефон 8 903 398 0105.
Срочно требуются лицензированные охранники для работы в городе Оренбург, а также Оренбургской области. Телефон 8 999 259 10 00. Оренбургстат проводит дополнительный набор переписного персонала для проведения всероссийской переписи населения. Подробности по телефонам 72 16 56 или 31 39 01. Смотрите видеоблокнот на нашем сайте ort-tv.ru.